Я на Севера Бон. Продолжает с моря акции. Следующая будет на Нэнси Тью. Да, все правильно. Что-то не то ляпнуло уже все. Ну, под конец дня у меня уже, извините меня, заплетается язык, поэтому я могу говорить все, что угодно, и никто меня за это не осудит. А те, кто осудит, пойдут в бан. Шучу, конечно. Я недалеко не всех людей кидаю в бан. Далеко не всех, только кто пишет всякие гадости. Потому что я считаю себя выше всего этого. И зачем я буду слушать каких-то там людей? Каких-то там плохих людей. Хороших людей, конечно же, я всегда слушаю, всегда приятных. Я и сама стараюсь всегда быть на позитиве, в плане, я никогда не пишу каких-то хейтерских комментариев, да, иногда, может быть, мой комментарий может кого-то обидеть, но я лучше извинюсь, если вдруг что-то не так, чем я буду там с кем-то сидеть и ругаться. В общем, NCT U выпустили новый клип, я не знаю, правда, сколько ему лет. Make a Wish, Birthday Song. Что-то с днем рождения связано. Погнали, раз, два, три. Я не видела его еще. Ну да, с порога такие, о, сеньор! Так, тихо. Ну как вот его не крашите? Вообще я не понимаю, как люди живут, которые его не любят на этой планете. Мальчиков я не хочу учить, их очень много для меня. Я принципиально их не учу, потому что их слишком много. А еще эти подгруппы, боже мой. О, это я. До свидания. Какой арабский шейх. Мой гад, что-то было. На люстре катался. Спасибо в ТикТок. ТикТок, спасибо тебе за спойлеры. Вот это я видела в ТикТоке, естественно. Ух ты, как он двигается. Кто такие эти? Хотел сказать песочные часы, но кто один, блин. Ковры наши советские ковры. Ну понятно, что они из Турции изначально пришли, конечно же, там из арабских стран и так далее, но. А я только думала, что Марка и Лукаса мало. Они такие, здравствуйте. Они же оба здесь. Или это в другом юните, господи, сейчас я их всех перепутаю. Арабские принцы, арабско-корейские. На ковры, господи, так смешно смотреть. Господи, они ограбили ковровую фабрику. Да, здравствуйте. Ага, нет, этой песни 100 лет в обед стукнуло. Я помню этот кадр. Прокрутили. Блин, сколько лет этой песни? Ее надо произведение искусства. Вообще ничего не могу сказать, когда он в кадре. Спасибо ему, маме с папой, создали такого бога. Ну ты крошка и бегай. Хочется с ними колбаситься. Слезьте с люстры. Катаются они там. Так, это еще что за, господи.
Я думала, они сейчас начнут еще тут танцевать меня. Да, и они так, как это, арабская ночь, все написали в стиле таком. Подождите, сколько лет этому клипу? Я думала, он недавний. А, 209 миллионов. Ну, конечно, не недавний. Что-то тупая, что ли, овца. Так, подождите. Я просто не видела этот клип, но я видела этот кадр, когда Лукас же, да? Это же Лукас. Это же Лукас, Господи Иисусе. Мальчик с большими губами. Это Лукас? Да. Примерно так я запоминаю этого. Мальчик с большими губами. Так, окей. Это Лукас, да? А Марка здесь не было. Или был? Марк с какого-то юнита. Так, NCT Dream, NCT U и NCT... просто NCT, да? Все, до свидания. Короче, тут, походу, Марка не было. Это я что-то уже затупила. Это Лукас. Все, это 100% Лукас. Не может это быть не Лукас. Все, окей. На этом мы остановимся. Сколько лет этому клипу теперь посмотреть? Такой позор, господи. Я думала, это недавняя песня, реально. Что-то вот как-то абсолютно без задней мысли снимала реакцию. Я как-то пропустила мимо себя этот клип. Я, конечно, люблю NCT, но в плане... Как можно не любить таких мужиков, да? Нет, люблю, да. Конец предложения. 10 месяцев, господи, там клип. Вот что называется тормоз. Да, медленный газ. Короче. Люди, которые начнут смотреть мою реакцию, по-любому не досмотрят до конца и начнут сразу... Да этому клипу уже 500 лет, ты овца тупая. Да. Так и будет все. Ну, я не виновата, что я его не видела до этого. Я просто реально думала, что вышел новый клип в NCT. Капец. Господи, позор моим. Сиди на фронтовым. Отец Кейпоп Фэмили. Ага, я еще себя позиционирую, как отец Кейпоп Фэмили. Господи, выйди в окно вообще, вот с 10-го этажа. Стыдно стало. Стыдно и стрёмно. Короче, это вечер, мне простительно. Да и вообще, я не увидела, что там 10 месяцев написано. На 10-й месяц я родила, наконец, реакцию. Господи. Вот люди, которые реально начнут смотреть, скажут, господи, что за тупая дура этому клипу, 15 лет уже в обед стукнуло. Они не досмотрят до конца, и они реально будут думать, что я... Хотя они недалеки от истины, конечно, потому что... Отец Кейпоп Фэмили не знает этого клипа, ладно, короче, неважно. Ну, я же не обязана знать все песни NCT. Несмотря на то, что я люблю Тайона, он висит у меня, его огромное лицо висит у меня его на стене, но я совершенно не обязана знать все их песни, правильно? Да, на этом себя и успокоим. Спасибо огромное за заявку, Сабина. В общем, погнали следующую, пока.